Приветствую вас на своем канале Love My Farm, с вами Алексей. Сегодня у нас такой уличный обзор, потому что очень уж душно сидеть дома. И тем более у меня сегодня такой аромат зеленый, как этот лес. Это не лес, это парк. Вот. Как вы думаете, о чем же пойдет речь, конечно же. Речь пойдет о зеленом аромате, который называется Eau de Campagne от марки Sisley. Вот так вот выглядит этот флакон. Такая стальная пластиковая крышка. Раньше она была чуть больше, но дизайн немножко поменялся. И аромат сам стал более прозрачным. Был немножко раньше зеленого цвета. Eau de Campagne от марки Sisley. Концентрация туалетная вода. Объем 100 мл. Eau de Campagne. В общем, Кампань переводится как деревня. Даже такой перевод, как Кампания, есть, но это все-таки относится ближе к деревне. Все-таки ближе к лесу, ближе к огороду, к саду. Почему? Потому что сейчас мы откроем аромат. И первая нота, которую я слышу лично, она это лист зеленого томата. Ну, в общем, пахнет этот аромат очень сильно томатом, прям вообще помидорами. Первое то, что я слышал, на самом деле композиция нот очень большая, вот, но прям очень сильно бьет в нос помидоры и такое какое-то тепличное, огородное такое звучание у этого аромата. Но вообще вот в парке, вот здесь сейчас нахожусь, я вот на днях как-то катался на велике. И точь-в-точь, абсолютно, вот между этих деревьев я слышал этот же аромат. Прям думал, нифига себе, как пахнет вот эта компания. Очень классный аромат. И вот сейчас духота, жара, и он вообще просто помощник и выручатель. Вот, поэтому советую всем его послушать, кто еще с ним не знаком. Обязательно познакомьтесь с этим ароматом. Это стоящий аромат. Он, наверное, не похож ни на один из других ароматов, но один я такой все-таки припоминаю. Я пока что, к сожалению, не знаком, да, со многими ароматами, но на памяти такой у меня аромат есть, как сцент от Исимияки. Он тоже пропал куда-то с рынка, возможно, где-то еще можно его купить. Вот, и если вы его найдете, то послушайте, он очень похож. Но все-таки вот этот зеленый натуральный аромат от Sisley, все-таки он такой своеобразный, ни на что не похож. Дом Sisley такая очень крутая, интересная марка. Ароматов у них очень мало, выпускают они все очень долго, потому что очень долго, допустим, разрабатывают эти ароматы. Там очень подходит серьезным компонентам, который входит в состав аромата, и поэтому выпускают они ароматы не так часто, как другие бренды. Юбером Дернано и Изабель Дернано была основана эта марка. Юбер, к сожалению, нас уже покинул, и сейчас осталась только Изабель, и, в общем, правит домом, по-моему, сейчас внуки этим домом. И, ну, по-прежнему, в принципе, нас удивляют. Ну, вот Изи, последний аромат, конечно, как-то не порадовал нас. Вот. А так, в целом, это самый, кстати, первый был аромат в марке Sisley, потому что он вышел аж на 1974 году. Только представьте, вот птичка полетела. Как давно он вышел, и по сей день он пользуется спросом. Еще, кстати, очень в этом аромате мне нравится, у него есть большая, ну, небольшая, но, как обычно, у всех линейка банной линии. Это гель для душа. Гель для душа просто шикарный. Кому-то он, конечно, не нравится, но я вообще от него в восторге. Я просто, у меня был гель для душа, у меня дезодорант был. Гель для душа, он настолько освежает, настолько приятный, свежий аромат. Вот там немножко другой, прям не помидорный.
более такой нежный, тонкий. В общем, он дает прохладу просто в жару офигенно. Вот, и дезодорант тоже очень крутой. Дезодорант спрей у меня был, и гель для душа у меня был. Еще есть там лосьон для тела, но для лосьон для тела я не тестировал, не знаю, как он будет себя вести. Но если даже вам не нравится аромат, то я уверен, что вам понравится гель для душа. Он там 150, что ли, миллилитров большой, и дезодорант большой. Поэтому линейка крутая, аромат крутой, аромат причем унисекс, он как подходит для мужчин, так и для женщин. Вообще, когда впервые я с ним познакомился, наверное, лет 10 назад, я вообще его не понимал, если честно, это аромат как-то, ну, как-то фигня, думаешь, помидорный. Да и люди в целом его не понимают, как-то, в общем, его оценят только те, кто уже пользуется парфюмом, кто разбирается в парфюмерии. Потому что когда просто вот кому-то его показываешь, он говорит, что за какие-то помидоры, что за фигня. Вот, но на самом деле аромат интересный. Вечно зеленый, вечно крутой. Парфюмером этого аромата является Жан-Клод Элена. И всегда у него такие парфюмы вот выходят, именно свежие такие, какие-то натуральные, приближенные к природе, потому что Жан-Клод Элена практически выпустил все ароматы садов у марки Hermès. Вот, сады Нивы, там сады Средиземноморья и прочие сады. Что касается по стойкости аромата, то, конечно, он нас не так прям радует, но 3-4 часа на моей коже он держится, и этого мне, в принципе, достаточно. Что касается нот, то верх у нас здесь открывает бергамот, пачули, мускус и гальбанум. А в середине вы можете услышать базилик, жасмин, дубовый мох. Дубовый мох очень прослеживается ветивер, как вот и в марке Hermès очень много ароматов с дубовым мхом, так и здесь Жан-Клод Элен, да, обязательно внес этот аромат мох. И в шлейфе вы можете услышать ландыш, лист томата, герань и лимон. Вот получается такое очень натуральное звучание, натуральный аромат от марки Slay. У марки Slay, конечно, много очень уходной линейки. Повторюсь, что ароматов очень, к сожалению, мало. Но зато они как выпускают более качественные ароматы. Также у нее есть у марки косметика по уходу за лицом, различные туши, пудры. Стоит это очень все, я бы сказал, очень дорого. Это одна из самых дорогих косметик и одна из самых дорогих марок вообще существующих на рынке косметики, да, и парфюмерии. Не каждому по зубам эти продукты, но эти продукты построены на более натуральных компонентах, на натуральных маслах, и в принципе из-за этого такой большой и ценник. Все это разрабатывается у дома, очень много своих парфюмеров, свой скульптор, своих ученых там, да, которые находят какие-то новые компоненты, разрабатывают и добавляют их в крема. Поэтому вот такая вот тема. В общем, огромное спасибо, что смотрите мой канал, по-прежнему подписывайтесь на него. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм и группу ВКонтакте, и контакт. А мы сейчас посмотрим, кто же стал победителем нашего конкурса, который проходит каждую пятницу. А кто же соберет чудо-коробочку, седьмую чудо-коробочку? Всего остается 6. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, напоминаю, что нужно выполнить всего лишь 4 простых правила: подписаться на мой канал, поставить лайк, оставить комментарий и, конечно же, посмотреть мое видео. В общем, вот такая вот лесная сегодня прогулочка. Помните, что аромат – это путешествие во времени. Всем пока! Сегодня 23 июня, пятница, это значит время подвести итоги на прошлой неделе. Конкурсное видео было моя коллекция парфюма «Витас Раз Глаз». Выпуск 4, копируем ссылку, вставляем в приложение «Резонер» и жмем «Мне повезет», и прямо сейчас узнаем, кто же заберет седьмую коробочку. Седьмую коробочку заберет Кристина, которая участвует в конкурсе. Сейчас мы посмотрим, все ли условия сделала, все ли условия выполнила Кристина. Переходим к Кристине на страницу. Посмотрим, подписана ли на мой канал. Да, на мой канал она подписана. Теперь посмотрим ее видео. Вылез ты.
Понравившийся. Да, все вижу, ТАСС номер 4. Она посмотрела, все отлично. И он ей понравился. Так, поэтому, Кристина, поздравляю тебя с победой. Огромное спасибо за участие в конкурсе. Участвуй дальше в конкурсе. Также хочу всем напомнить, что для участия в конкурсе у вас все должно быть, ваша страничка должна быть открыта, чтобы я мог посмотреть, подписаны ли вы на мой канал, чтобы посмотрели видео и поставили лайк. В общем, ну, а всем тем, кто только хочет участие в конкурсе, то добро пожаловать. Вам нужно быть подписчиком моим, либо же подписаться на мой канал, оставить комментарий любой под видео и, конечно же, поставить лайк, что вам нравится видео. И, возможно, уже в следующую пятницу, 30 июня, вы выиграете чудо-коробку. Коробок осталось, сейчас ему я отправляю, Кристине, и останется всего 6 коробочек. В общем, желаю всем удачи, всем пока.